It's also mentioned the president of the Wolfskills Russia. The meeting is also attended by RIT and higher education institutions. We are fully aware that the meeting for the meeting is very history. The Wolfskills stay in Russia as almost secondly our city in Kazan. Решение об участии Российской Федерации в заявочной кампании на право проведения международных соревнований профессионального мастерства WorldSkills в 2019 году было принято президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в 2013 году. И в соответствии с его указанием правительству Российской Федерации было поручено обеспечить подачу заявки, а также обеспечить необходимое финансирование этой работы.